Приветствую. Но мы с Родиком вообще-то не болельщики, но то, что произошло, то, что украинская сборная вышла в четвертьфинала чемпионата Европы, по-моему, да? Это, конечно, сенсация. Но это, по-моему, в ближайшее время это будет, ну, новость номер один, пока не произойдет вот этот матч 1-4. И тут сразу будет интрига. Мы проиграем, мы выиграем, мы проиграем, мы выиграем. Не, ну в чем трюк заключается, в чем прелесть футбола? Это шикарный такой пиар-ход, действительно очень популярный. Даже тех, которые, грубо говоря, не очень увлекаются футболом, само обстоятельство, сами разговоры, вот видите, сборная Украины, ура-ура, политически красиво. Ой, сейчас могу представить. Если вы сейчас почитаете, например, твиттер, ну российский, ой-ой-ой. А если почитаете украинский, ой-ой-ой, причем же тут что же раз. Да, да. Вообще, по большому счету, я вот, вы время от времени задаете вопрос, а зачем проводить выборы, если, видите, про футбол сразу. Зачем проводить выборы, если так ничего не меняется? Я еще раз говорю, шоу. А зачем вы смотрите футбольный матч, если вы лично на этом не зарабатываете? Ничего, ну да, вы смотрите, вы зрелище, правильно? Правильно. Но, ну хорошо, сборная Украины выигрывает чемпионат Европы. Кто на этом зарабатывает? Футболисты, ну, плюс ко всему собственники и так дальше. Но не вы. Но вы же смотрите. Ну да. То же самое и с выбором. Понимаете, на выборах вы участвуете. Это то же самое, как футбол. Вы обсуждаете, говорите, возмущаете, то что, что-то делаете. Но, конечно, то и вы не выиграете. Выиграют политики. То есть, кто здесь класс? Поняли? По этой причине футбол и выборы президента то же самое. Это шоу. Чем больше она такой интриги, тем лучше. Вот такая ситуация. Ну, вроде пошел голосовать. Ну, сами же букмекеры, ставочки пошел сейчас. Он сейчас сделает ставочку. Да, да, ну вы можете написать свои комментарии по поводу этого. Я сейчас говорю, я жуткий не фанат футбола, по этой причине я про эту новость узнал не потому что, а потому что весь Facebook. Я! Сами понимаете, я не мог не узнать.